Как не быть обманутым при покупке квартиры? Сейчас я вам расскажу реальную историю, как можно купить квартиру и в итоге остаться без нее. Данную историю я узнал от моего подписчика и в дальнейшем от моего клиента. Он разрешил мне об этом записать видеоролик и рассказать вам, в чем значит ситуация. Человек нашел квартиру, она ему понравилась. Он договорился с хозяйкой. Они решили оформить сделку купли-продажи. Естественно, у нотариуса все переоформить. Перед этим человек обратился к нотариусу и попросил ее посмотреть, были ли какие-то аресты, были ли какие-то сложности с данной квартирой. Нотариус залез во все свои реестры и посмотрел. Никаких арестов, никаких проблем, никаких сложностей на данной квартире нету, то есть она чиста и можно совершать сделку купли-продажи, никаких помех нету. Человек выплачивает деньги, получает свою квартиру, получает ключи, переезжает, живет там несколько лет. И тут, как снег на голову, он получает иск от банка. Вы, естественно, спросите, как? Я тоже, честно сказать, достаточно удивился, когда это узнал. В чем же заключался данный иск? Банк просил забрать у него данную квартиру. Почему? Потому что та женщина, которая продавала ему квартиру каким-то незаконным образом, по средствам решения суда, а именно хозяйственного суда, ее признали банкротом и сняли аресты с этой квартиры. Поверьте, данная процедура является полностью незаконной. Все аресты были сняты, и она смогла продать данную квартиру. Поэтому на момент сделки, естественно, никаких арестов не было, и квартира была чиста, и можно было спокойно ее переоформить. На сегодняшний день то решение хозяйственного суда о признании банкротом отменено. Подал банк апелляцию, и, естественно, апелляционный суд данное решение отменил. И теперь банк предъявил иск к моему клиенту, чтобы забрать у него свою квартиру. Хотя в данном случае я считаю, что мой клиент является добросовестным приобретателем, и он не знал и не мог знать о данных сложностях. Но поверьте мне, банку на это наплевать. Вы, естественно, спросите у меня, как у юриста, как уберечься от такой сложности. А это сделать очень просто. Сейчас мы перейдем, друзья мои, за экран монитора, и я покажу вам, как, зная фамилию хозяина квартиры, проверить, есть ли какие-то суды. Заходим в Google, в поиске забиваем «Стан розгляду справ». Enter. Переходим по первой ссылке. Открывается сайт судового Влада Украины. Тут есть все решения, информация еще до стадии розгляду судовых справ изменена с 2015 года. Начинается. Значит, опускаемся вниз, здесь есть сторона по справе. Ну, введем мои данные для, скажем так, простоты. Чук Тарас Валерьевич. Потом далее оставим «Я не робот». Он, видите, дает все нормально. Нажимаем пошук. И выбивает все решения суда, где есть, фигурирует моя фамилия. Тут их много достаточно и все такое. Ну, у меня много, потому что я юрист. А вот, допустим, если вы будете проверять того человека, который продавец, то сможете здесь тоже ввести и посмотреть, были ли какие-то решения суда, связанные с ним, связанные с этой квартирой. Надеюсь, теперь, друзья, вы поняли, как проверить продавца, и вы можете это сделать самостоятельно, не прибегая к услугам нотариуса, юриста. Если вам нужна помощь юристов в сопровождении сделки по купле-продаже недвижимости, я всегда готов оказать данную помощь. И, конечно, если данное видео понравилось вам, пальцы вверх ставите, на канал не забывайте подписываться. А если вы уже подписаны, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеороликах первыми. Благодарю за внимание. Пока-пока, друзья.